Первая спартакиада среди сельских школьных клубов прошла в Уссурийске. Сборные оккупировали весь городской стадион. Каждая игровая площадка, беговые дорожки были заняты участниками стартов. Также активно проводить лето и дальше детям пожелали приглашенные гости. Хочется пожелать всем закрыть компьютеры, побольше заниматься спортом, проводить время на свежем воздухе, получать эффект от отлично проведенного времени, заряжаться энергией. Заявки на участие подали 10 составов. При этом большинство детей – представители юнармии и различных спортивных секций. Перед началом физкультурных дисциплин команды представили домашнее задание. С короткой визитки с кричалками, плакатами гости и судьи узнали детей и то, за какой населенный пункт они выступают. Наша команда! Спортивный клуб «Борисовка»! Наш девиз! Спорт начало, спорт для всех! И на финише успех! Мы стремимся лишь вперед! Нас всегда победа ждет! Спартакиада для сельских школьных клубов состояла из 7 дисциплин. Параллельно команды проходили испытания. На отдельной площадке дети выбивали фигуры в городки. По соседству школьники метали мяч. Пройти испытания нужно было всем представителям сельской сборной. В зоне для игровых видов спорта шли броски в кольцо и конкурс пенальти. Все этапы оценивали квалифицированные судьи и тренеры городских секций. На таких массовых соревнованиях могут блеснуть звездочки и будущие чемпионы. То, что на территории Уссурийского городского округа очень много спортсменов, которые выступают на разных уровнях как раз соревнований. Это как раз уже старт, где как раз для федерации по разным видам спорта есть работа для проведения какой-то селекции. Вокруг поля развернулась борьба в 2 дисциплинах. Команды прыгали в длину, а по беговым дорожкам шла еще одна легкоатлетическая дисциплина – эстафета. Только была она в нестандартной форме. Члены команды поочередно выполняли разные задания, тем самым передавав эстафету товарищу по команде. Лучший результат в спартакиаде показали школьники поселка Тимирязевского. Серебро у сборной из Новоникольска, бронза у детей из Корсаковки. Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Николай Ларченко. Телемикс.